Нормально ты? Письмо? Нормально это? Да, нормально, а? Нормально. Ну, то доброе. Потерпи, может, починю тут. Если будут. На, тут что-то пришло, не знаю. Письмо. От Оли, от первой. От Оли? От Оли, ага. Я обратно думаю, Ирочкина дошло. Что? Я думала, Ирочкина дошла. Ну, если там 7 листов, то оно было бы грубое. Ничего оно не грубое. Они всегда по 7 и по 9 пишут. Тонкие листы такие, как пергамент. Вот они. И Нелечка такие писала, это с аптеки эти. Так это все заказы Любчи? Закончила, здесь она закончила, вот внутри. А смотрю, а здесь еще продолжение, оказывается, вот она здесь, а потом здесь. Ну, она пишет какие-то там, ну, понятно, что уехал в Новороссийск, а внук, наверное, опять поплыл. Ну, 29-го Володя уезжает, 29-го-7-го, значит, уже уехал. Это такое старое письмо? Уезжает. Если он 29-го-7-го. Она, наверное, было тоже в отпуске 40 дней, 15-го-7-го уже на работу. Нет, так представь, мам, если он это, что я говорю, если он, она вот сегодня какое, сегодня 9 сентября, а 7 месяц это июль, то есть это... Но она, может, писала несколько дней. Может, написала где-то в августе, написала одно, потом другое. Может, ей тяжело писать, если говорить. И? Ну, в общем, уехал уже опять. Ну. Сейчас можешь читать вслух, если тебе не тяжело. Скоро приедет Тава домой. Я знаю, что у тебя болят косточки и прочее. Я молюсь за вас всегда. Держись, моя любимая сестричка. Она уже не пишет про эту свою лечение этой этим религией уже. Ну, она не ходит же туда, а уже Тава ходит. Тава далее ходит?
Ну, Сава, и внук ходил, и все. Да? И когда я была у них, помню, внук ходил туда, что-то про религию начали, и он начал насмехаться над католиками. Ну, допустим, ладно. Вот, а я говорю, знаешь, я говорю, Володечка, да. Ни над какой религией не надо насмехаться. У каждой своя, вот. На вот свою религию. Я говорю, я, например, православная, я никогда не поменяю другой религии. Ну. Вот. А он что? Ну, если они говорят, что мы христиане. Мам, ну я помню, а он как зареагировал, ты уже не помнишь. Он, не помню я, что он. Ну, понятно, да. Ну, наверное, не продолжал, да. Все-таки с уважением к старшему человеку. Да. Наверное, не продолжал уже, там, так сказать. Я уже тут будет, я уже снял эту церковь, это посещение, так такое, снял так, как будто, ну, как будто я верующий христианин. Хотя, в общем-то, не это не факт, а, ну, эту серию очередная. Я пошел по метридацию, это будет уже, пошел по переулку. Ну, ты видела это не раз, но я тут уже, как говорится, в сериале. Ирочка, я звонила Ирочке, она говорит... Ну. Я этот раз Сережа просила, что Сережа, ты хоть А я так думаю, что вот мама моя хотела девчинку, ну попозже. Ей уродилась девчинка. Я так думаю, что она мяла большое счастье. Да, вот это фильм не будет. Да, и большое счастье, что у нее родилась девчинка. Ну, да, такая сладкая, что дай спокой вам. Ну, я... Она вот эти самые, как она тогда... Это все в фильме. Ну, люди же, блядь, тупые. Вот эти все Оли, все эти... Сергуни, ладно, занят. Это ж надо додуматься, что сказать. Вот это самое, сбышку, значит. Чтобы я позвоню, значит. Она говорит... Я позвоню своим предкам, которые в земле лежат, и они позвонят твоему Збышку, и он придет к тебе. Значит, надо подумать, понимаешь? Вот так вот. Любся, надо сказать, Любся, и надо уж, если она... Или спрашивает бабця, а где бы ты хотела быть? Ну, ты говори. Под землей или на небе? Да, это... Дело в том, что надо с ней на эту тему так ей говорить. Любся... Запомни одно, что люди, которые, ну там такое какую-нибудь глупоту, что люди, которые ушли туда, их не надо сюда призывать. Бо мы уже живем, они только могут нас наблюдать, а мы можем, ну, мам, ну так в головах должна быть. Открывай двери, Анечка, чтобы ей объяснить. Услышали мы, что Анечка там открывает внизу, да? Она открыла, пошла, уже достает сама верхняя, этот самый, вот, открыла, села мне на руки. И говорит, вообще, интересно, кто сейчас придет? Или, ну, ты говорила, мама, ну, повторяйся. Или злодей. Да, или Збышек уже с того света придет. Ну, дай спокой. Детское есть такое беспосредственное. Не, е, ну, долго. Дают. Ой, шеф. Ну, мне кажется, ну, вот лялька еще более-менее. Ну, опять же, я тебе говорю, это цвет мудрости. Выдох меня. Я потому... Дело в том, что... Это не цвет вот этого... Много таких ниток. Я понимаю, вот. И ты это хотела... Это у меня кофточка была, я ее распорола. И ты хотела себя их позбыть. И, вот. И зробила вот такие вот... Любочки там что-то вязала, когда она совсем маленькая. Ну, не знаю, была. Я не буду оценивать. Пусть... Так а еще сказать. Буду делать ей свадьбу. Я бы более яркое сделал. Буду еще делать. Не знаю. Ну правильно. Когда? Неизвестно когда. Мы еще она может Олю привезти к бабсе. Оля, еще понедельник, вторник, среда. В среду она отбирает ее из школы, а чварка Коля уезжает. Я забрал все, забыл. Ну, па. А ключи? Ладно.
все интересуются варшавскими жидами. Выстава явно есть добрая.